течет река Волга, конца и края нет. И Волга рождается из ручейка. Здесь ее можно перешагнуть. Но здесь она только набирает силы, чтобы привольно разлиться в великую реку, которую народ назвал Волгой-матушкой. Волга – главный водный проспект России. Первое сооружение на этом проспекте – Верхневолжская плотина. Ее паспорт, возраст 123 года, в 41-м разрушена, в 43-м отстроена заново, была деревянная, теперь бетонная, чтобы стояла века. Ржев. Наш форпост на дальних подступах к Москве в годы войны, он был разрушен и сожжен дотла. Сегодня на улицах возрожденного города бойца вспоминаешь слова песни. Здесь солдаты умирали, заслоняя сердцем нас. В цехах Ржевского машиностроительного завода создают моторы быстроходных катеров. Последняя модель – «Москва-25». Ходили в старину по Волге неторопливые ладьи и струги. Бурлаки натужно тянули бичевами тяжелые барки. Нынче другие скорости. Словно сократилось расстояние от Ржева до Калинина. Где бы ни жили мы, великая русская река с детских лет дорога и мила нашему сердцу. Но Волга не только наша гордость и любовь, Волга и наша история. Почти 5 веков назад из Твери отправился в поход за три моря русский купец и землепроходец Афанасий Никитин. Чем торговала в ту пору Тверь? Изделиями своих ремесленников, кузнецов и гончаров, ювелиров и кожевников. Сегодня Афанасий Никитин повез бы из Калинина другой товар. Кордную ткань и текстильные машины, экскаваторы и пассажирские вагоны. Их покупают во многих зарубежных странах. Есть города с завидной судьбой. На карте они помечены едва заметным кружком, а знает их вся страна. Да только ли одна наша страна? Вот Конаково. Назовешь его, и тебе подсказывают, там строится Конаковская ГРЭС. Вот это самое. Между прочим, одна из мощнейших в Европе. Сколько их горит теперь на Волге, огней электростанций. Угличская, Рыбинская, Горьковская, Куйбышевская и Волгоградская. А теперь и Конаковская. Огромные силы заключены в ее энергоблоках. Три из них уже работают на пятилетку, а вскоре вступит в строй четвертый. Со временем Конаковская ГРЭС превысит по мощности самые крупные волжские гидроэлектростанции.
широко разлилась Волга возле Калязина. Старинный город, известный еще в XII веке, переселился на возвышенность, уступив часть своих владений реке. Древний Ярославль. За последние семилетия здесь построено столько же, сколько за 1000 лет. Совсем не знаком возле старинного дома, новый красуется дом. Ярославская сторонка, Ярославская земля. Я иду дорогой звонкой, там, где юность шла моя. Здесь ждала меня девчонка, здесь живет любовь. Ярославская дорога, Ярославская земля. Волга меняет жизнь человека, и человек изменяет Волгу. Он намечает новые маршруты реки, прокладывает для нее новые русла. Волга пришла в Иваново, пришла неторопливой, но твердой походкой, не как гостья, а как труженица. Мощные насосы подняли волжскую воду в приемные бассейны и направили по вырытому для нее 70-километровому каналу. Волга породнилась с рекой Уводью, влила в нее свои воды, чтобы вдоволь напоить текстильный центр. Вот и ивановцы стали волжанами. Как энергетики Конакова, текстильщики Калинина, моторостроители Ржева, монтажники Ярославля, а волжане всегда постоянны в своей любви к тебе, Волга. Река Волга, течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов белых. Снегов белых течет моя боль.